Ариана в «Стране чудес» мечтает о доме для своих Барби. Она ждала его на Новый год, но все ее подарки украли прямо возле магазина игрушек. Но зато теперь у нее есть дом для Ever After High, который очень нравится Кэнди. Правда, он красивый. А еще дом для Лол. Но вы все его уже, наверное, видели. И мы с Кэнди подумали, а почему бы не сделать такой же дом только для Барби? А это идея. Одолжим у Арианы немного кукольной мебели. И, конечно же, аксессуаров, одежды, сумок, обуви и других милых вещичек. Ну что, Кэнди, ты готова? Раз, два, три. И самый огромный дом для Барби готов. В нем целых 4 этажа, и он намного выше Арианы. А кто успел посчитать, сколько в нем комнат? Обязательно напишите в комментариях. Кэнди просто в шоке. Такого она никогда не видела. Ариана делает уроки и даже не представляет, что ее здесь ждет. Но пока мы ее не позвали, давайте я покажу вам, что же мы здесь сотворили. Итак, комната для отдыха с телевизором и столом-перевертышем. В нем основные блюда меняются на десерты. Кстати, платье в Барби по центру тоже перевертыш. Дальше у нас гардеробная с уймой обуви, сумок, аксессуаров и даже с чемоданами, полными одежды. А здесь гостиная. Да, похоже, кому-то нужно похудеть. Какие милые собачки и сумка для них. А это спальня с настоящей кроватью для Барби, цветы на столике и даже кубок за фигурное катание. На третьем этаже игровая с горкой и машинкой, а сразу за ней детская с комодом, игрушками, кукольным домиком и ребеночком Барби. Вообще, по-моему, это малыш Скипер, ну неважно. А здесь еще одна спальня для принцесс. И даже есть туалетный столик. Расчесочка, духи, все как положено. И кроватка для королевского питомца. Детская Челси с кукольной люлькой, трехколесным велосипедом и письменным столом. А здесь ванная комната. Этот королевский унитаз я одолжила у Эверяшек. По-моему, он идеально сюда подходит. И еще одна гостиная. Здесь расположились балерины. Похоже, им есть о чем поболтать. И у них тоже есть телевизор. И как раз начинается мультфильм Барби. Ну и куда же без питомцев, собачек и маленькой белой кошечки. В столовой как раз обедают Кены. У них такие серьезные лица. А на кухне ждут обеда малыши Барби. Втроем на двухместном стульчике. И, кажется, все три девочки. И возле этого огромного дома мы с Кэнди поставили летний домик. С кухней, прачечной и еще одной ванной. Только здесь душ. И обыкновенный унитаз с крышкой. В нем даже можно сливать воду. И душ, кстати, тоже работает. А еще можно постирать одежду. Но почему-то нет порошка. Так, а на первом этаже у нас зона для пикников с грилем. И настоящий магазин. Все на месте. Касса, продавец. Есть даже сканер для продуктов. И можно много чего купить. А вот и то, что нам нужно. Порошок для стирки. Проверим, работает ли стиральная машинка. Покладем полотенечко.
Да, все отлично работает. Туда можно даже налить воды. И осталось кафе для Барби. Они заказали пиццу. И мое любимое, такой себе дворик. С машиной и кругами для плавания. Нужно только сделать бассейн. Один детский уже есть для Челси и малышей. Ребята, обязательно напишите, какая комната вам нравится больше всего. И кто посчитал, сколько всего здесь комнат? Правильно, 16. Это же так много! Ну что, пойдем звать Ариану. Кренди, что это? Кренди, ты что, испугалась этого дома? Он же такой красивый! Ты только посмотри! Мама сделала. Вот это дом! 1, 2, 3, 4. 16 комнат! Домашнее задание отменяется! Ура! Так, посмотрим, что у нас здесь. Маленький гриль, магазин, кафе, бассейн, ванная, гостиная, кухня и столовая. Игровая, детская, спальня, еще одна детская и детская площадка. Какой-то будуар, гардеробная, еще одна гостиная и еще одна спальня. Ариан, ну как тебе нравится домик? Да, очень! Я просто в шоке! Это не домик, а прямо небоскреб какой-то. А чего это ты решила его построить? Сегодня что, праздник какой-то? Нет, я просто так его построила. Сейчас будем отгадывать квест. Правда, загадки там очень детские, но чтобы было намного быстрее. И я тоже хочу участвовать. Мы будем искать школьные принадлежности для Барби. Кто найдет больше вещей, которые действительно нужны для школы, тот и выиграет приз. Какой приз будет, знаешь? Приз будет новый питомец. И это не Кэнди. Смотри, здесь у нас есть задание, и тянуть мы их будем по очереди. Там их ровно 12 штук. То есть каждому достанется по 6 аксессуаров. Не переворачивай, не читай только. Так нечестно. И сейчас, кто будет первый? Ну, давай ты, потому что ты младше, и будешь первая искать школьные принадлежности. Они спрятаны по всему этому дому, и не только. Но ты поймешь, просто некоторых вещей нет в этом доме, поэтому пришлось использовать дом Ever After High. И вот этот летний домик для Барби еще. Вещи могут быть где угодно, но они вот именно здесь, в этих трех домиках. Ну что, готова? Да. По-моему, отличный дом получился. Он намного больше замка для Ever After High. И мы решили построить в этой комнате целый город для Барби. Подпишись, чтобы не пропустить новое видео. И смотри продолжение на канале Ариана в Стране Чудес уже послезавтра. Не забудь поставить пальчик вверх, если тебе понравился наш дом для Барби. Увидимся в следующем видео. Пока-пока!